Не зря все-таки Гришка шел. Вчера пешком и нарвал мне цветы. Я, если честно, думала, маки облетят сразу же. Но вот они сейчас уже начинают облетать, но все-таки еще завтрак у меня будет с прекрасными цветами. Сделала себе яичницу из 2 яиц, кофе. Такой хлебец один остался, надо доесть. И сейчас еще хлебушек отрежу, чтобы макать. Всем доброго утра! Я сегодня опять проснулась в 5:30. И сейчас уже почти 7. Я тут пряниками занимаюсь. Вот, сейчас позавтракаю в тишине и буду будить детей, вести их в садик и в школу. Вот она, моя магия утра. Динозаврики. Проснулась в 5:30, чтобы сделать пряники. И вот сейчас еще буду печатать машинки. Вот как прошло мое утро. В 5:30 я встала, сделала прянички. Вчера они были испечены, а сегодня вот я их расписала, залила глазурью, подсушила в духовке, получается, и распечатала на них машинки. И вот еще динозавриков. Осталось сделать рамочку с надписью «Сколько лет имениннику». Все, поехали. Сегодня уже сменку давай бери. Сегодня другой совершенно день, тепло. Дети могут в рубашках, в фоне футболочки. Все? Но он некрасивый. Тошке не понравилось, как он оделся. Сказал, все, Фоня что-то так некрасиво оделся. Фоня сам себе просто выбирал одежду. Поехали. Папа уже на работе, да, сегодня солнышко. Хорошо. Да, она меня забрала. Когда? Ну, вечером. А если она тебя не сможет забрать? Сможет, мам. Ну, давай, давай, звони, звони. Хорошо, все. Давай завтракать, хорошо? Да. Пошли. Наш пока Саша. Сейчас покупки будем смотреть, да, Саш? Да. Пошли. Покупки. Не все с пятерочки. Есть еще с Кавказа. Вот взяла целое ведерко плечиков. Мне кажется, это самое вкусное мясо, которое любят дети. Сейчас буду запекать в духовке. В пятерочке взяла бананы. А что еще? Вот такой вот кетчуп в пятерочке. Макароны. Молоко уже взяла в пятерочке, хотя оказывается, что вот... У нас теперь в станице, в Кавказе, в магазине, производство молочной продукции, вот такой Ильченко, вот эта вот сыворотка, 30 рублей, по-моему, она стоит. И есть еще молоко, творог, сметана, все как домашнее. В общем, будем пробовать. На сегодня взяла сыворотку. У нас сегодня есть там горошек, Гриш? Да, на обед это плечики в духовке. Попозже я отварю макароны. Тут ничего нету. Вообще... Я теперь спешу на помощь своим родителям. Ну, быстрый гость. У них просто пересменка. У тети Нади со смены пришла. Аня не успевает. Так, ну что, будем рвать, да? Петрушку порвали. Сейчас идем ее ставить и считать. Мама тоже идет. 7 рядков. Так, смотрим сейчас Любу Киев. Бестяйкина уже посмотрели. Петрушка, которую щипали. Вот чаю сейчас повязали. Все, мама домой едут. На обеденный перерыв, да? Угу. Гриш, прекрати. Ну что ты? Все, а мясо ты что, есть не будешь? Я эти, как эти, плечики. Пока. Я домой пешком приду. Да, да, хорошо. А сколько я колоночку завтял? Все, давай, счастливо. А вон и Антошка как раз идет.
что, сынок? Позвони. Тихо. Вики, никто не приехал. Да? Вот мы ее будем забирать. Я сказала, что папа тут, а я не могу говорить. Хорошо, сейчас я позвоню. Стойте здесь, она тоже залазь. Вика пусть здесь стоит, закрывай нет, дверь. Пойдем? Антошкины кроссовки нашлись, да? Ты тогда мы только купили кроссовки, он их в школе забыл, но я вчера их забрала. Вчера, вот. Вчера, он на собрание же. Осталось 8 дней. До дня рождения? Да. Ну да, 8. Вот ты не считаешь, сказала 9. Это вообще я ошиблась, да? На целый день. 9 это когда было 20-е. Угу. А мы уезжаем с Антохой. Антоха в галстуке сегодня, в жилетке. Я хочу на него Thank you.
руки и старца лезгинка. Напоминаю, на кулачки спрятали. Кулачки спрятали на пояснице. Открываем резко сюда, правую руку к плечу. Открываем в сторону. Thank you.
Антошке дали вот такой диплом, и Антоха подарил нам вот такой подарок. У нас была полная чаша, да, с яблоками. А у кого-то я видела мало яблок, да? Тебя много. У них столько человек. Угу. У кого-то 3 человека, 3 яблока, у нас 5. Ну, а я еще думаю, почему у кого-то много яблок, а у кого-то мало? Ну, у нас много. Да. Ну, рассказывай, сынуль, какие у тебя впечатления? Что у тебя плохое? Что ты врешь? Тебе понравилось? Посмотри на меня. Нет. Ну расскажи, что тебе на празднике понравилось? Нет. Антош, все, заходи тогда. Не порти мне настроение, давай. Кто я? А ты кто? Какой клевый, какой клевый трактор? Нет, это же не наш, это же Дианочкин. Ты чтобы приезжал и катался, да, Диан? Я чё, Пикачу? У меня нету. Купите. Я уже дома, смотрю, что было год назад, 20 мая, и был... А, запеченная картошка была давно, у нас, кстати, не было. Такая была я со стрижкой. Сейчас покажу. Вот, по-моему, классная, да? Как вам? А мы мастер-класс на этом. Леденцы на чердаке.
был мастер-класс. И сейчас уже чердака нет. А, хоккей, хоккей наши со шведами. 1-6. Третий период. Но я хочу спать. Пап, ты спать? Спать или досмотреть? Я просто не могу уже, прям очень хочу спать. I used to believe.